если приступ гнева не было. Хотел сколько статуи, нет. 5. Меньше половины. Всем привет! Итак, я первый финиширующий транспортной категории. Трассы, как всегда, на высоте. Задания интересные. В этот раз особенно порадовал охват территории, поскольку соревнования были не в отдельном районе, а в пределах достаточно большой территории Московского кольца, Московской железной дороги. Какие контрольные пункты вам больше всего понравились? Улица Венцианова. Улица Венцианова. А что, а потом, а дом вот этот вот на Пионерской? Во-первых, он представляет дом очень оригинальной архитектурной постройки. И там загадки пропущены два номера квартир, которые, если брать на автомате, можно легко так посчитать. Потом очень часто вот бывает, когда называется сколько квартир, человек берет, например, с первой по десятую, вычитает из десятой и первой, получает 9 квартир. То есть распространенная ошибка. Если в свое время там Мусатыч не, на форуме не выложил, что это одна из распространенных ошибок, он ее точно попалил бы. Потому что мы собирались из 16 вычеркивать одну. А, понятно. Вот. Но только потому, что считали уже по пальцам 1, 2, 3, 4, 5. Вот из-за этого получилось. Ну, математическая задачка. Я же с математом, о чем мечтать? А чего это нужно тебе? Для маскарпанца? Слуги, да, слуги это прекрасный КП. Но слуги он с подвохом. Его те, кто будет брать с автобуса, они нарвутся, потому что не увидеть одной буквы будет легко. Скажем так, все правильно, без сороковой проблемы. Только первый Обыдинский, дом 9/12, это значит дом 9 по первому Обыдинскому, 12 по второму Обыдинскому, второй подъезд стороны второго Обыдинского находится. Ничего себе. А вот не, в этом-то не, вся фишка. Мы там были, да. Ну, значит, так, не Саша, мы это смотрели. Какой там он? Можно ли зимой на велосипеде ездить? А где зима-то? Весна вовсю. Ну, правильно. Зимой тоже можно, это тоже факт.